Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Noah 2000 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 247 тысяч километров. Заменю лампы в передних противотуманных фарах. Одна потухла, и решили поставить из-за этого светодиодные лампочки. Слепить они точно не будут, потому что здесь отражатель сделан таким образом, светит нормально. Поэтому смело берем, устанавливаем. Поднимаю автомобиль и снизу снимаю нижнюю часть локера. Сейчас заменю с той стороны, где лампочка сгоревшая, сравню с другой стороной, как светит. Здесь поднял, увидел и проволока, и капроновая веревка понакручены. Клипсы, видать, где-то оборвали. Соберу потом на капроновых хомутах. Подвигаем, и вот видно лампочка. Снимаем разъем и поворачиваем лампочку против часовой стрелочки. Лампы устанавливать буду с фирмы Просвет. Вот такие вот лампочки формата HB4 они идут. Светят лампы эти хорошо. Проблем ее с установкой нет. Вставляем, поворачиваем и подключаем. А теперь сравним. Вот такая разница в свете. Хотя и эти лампы, они шли в голубом цоколе. Считается, что яркие. Меняю вторую лампу, аналогичную первой, также открываю. Но единственное, там у нас проволока отсутствует, а стоят нормальные клипсы и саморезы. Клипсы все разные. Ну,
Ну и точно так же снимаем разъем и поворачиваем лампу. Вот так теперь все это смотрится. Свет хороший. Кто-то скажет, что правилами он запрещен. Да, действительно запрещен. Но запрещен он на отечественной оптике. На этой он не слепит. Кто не верит, попробуйте сами. На этом все. Всего вам доброго.